Уникальный экспонат в Музее военной техники в Верхней Пышме. Экспозиция пополнилась редким танком. Это советский гигант Т-35. В нашей стране сохранился лишь один оригинальный экземпляр. Свердловская машина полностью его копирует. Теперь свердловчане смогут полюбоваться на поистине гигантское творение советских инженеров. Этот танк самый большой из тех, что были сделаны в СССР. Его длина 10 метров. Для того, чтобы на шасси смогли уместиться 5 башен, а внутри 11 человек экипажа. Всего было выпущено 59 машин. Это единственный в мире пятибашенный танк, вышедший в серию. К сожалению, почти все бронированные машины были потеряны в ходе Великой Отечественной войны. До недавнего времени считалось, что сохранился лишь один Т-35 в подмосковной Кубинке. Уральские мастера воссоздали машину по чертежам. Работа длилась больше 5 месяцев, так что теперь свой пятибашенный гигант есть и в Верхней Пышме. Впрочем, изображение Т-35 можно встретить и на медали за отвагу. Это была высшая медаль, да, Советской России. Причем, опять же, высшая боевая заслуга, да. Причем очень ценилась среди состава, среди солдат. Потому что, во-первых, значит, ее можно было получить только за личную храбрость, да. И, во-вторых, потому что их было сравнительно немного.